вашей объекты. Либо понять, какие ценности для вас существуют с помощью некоторых тестовых заданий. Суть ответа. Я вам объясню. Я задаю вопрос, считаю варианты ответа, вы поднимаете карточку и показываете номер, вы показываете букву выбранного ответа. Карточки все разные, потому что такие тесты можно проводить не только для того, чтобы получить, скажем так, общую картину, но и как проверяющие. Итак, где вы любите отдыхать? А. В лесу. Б. У моря. С. В мегаполисе. Д. Дома. Определитесь с ответами. Какой подарок вы предпочли подарить молодые люди, а девушки, соответственно, получить? Так, вы просто высказываете свои взгляды, вы пока не соизмеряете свои возможности. Вопрос третий. Какое украшение, сужаю круг подарка, украшение вы предпочли подарить или получить? А. Браслет. Б. Серьги. С. Кольцо. Д. Не люблю украшения или не люблю дарить украшения. Сыграй для меня что-нибудь, и сейчас же вышла из комнаты. Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женя сыграет то самое место из второй сонаты, о котором просил этот мертвец со смешной фамилией Желтков. Так оно и было. Сейчас прервемся. У каждого из читателей этих строк, безусловно, возникает в душе, звучит внутри описанная полностью музыка. Подумайте над вопросом. Важна ли она для понимания? Важно ли читатель ее услышит? Не ставьте меня в неловкое положение, не заставляйте меня тыкать пальцем, пожалуйста. Я считаю, что важно, потому что музыка для настроения, и у каждого настроение может быть свое. Но автор хотел показать, как бы, ну, если музыка трагичная, то она какие-то там низкие там. Очень хорошо, то есть вы эту музыку определили как трагическую. Так, ваше мнение. Я считаю, что важно, потому что если бы я была музыке, то я бы поняла это по-другому. А вы так поняли это по-другому? Я вам обещаю доказать. Пожалуйста. Я считаю, что важно, что музыка важна. Произведение как дополнительный пунктик. Он может как-то понять и с другой стороны это увидеть. Кто-то хочет еще высказаться по этому вопросу. А тогда вспомните название произведения. Начало произведения. Итак, название «Гранатовый браслет». Дальше. А дальше что? Чертана грусти. Грустная музыка, вы уже сказали, трагическая. Музыка лирического характера. Лирического характера. Даже трагическая. Трагическая. Грустная. 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 Просто грустная. Без комментариев. Вы все сказали грустная. Вы не все сказали. Тишина. Тишина. Так, а вы, девушка, вы так меня сегодня выручили. Выручили сейчас. Какая музыка? Ну, какая-то такая, угнетающая. Это вот жанре. А что вообще? Пожалуйста. Мне кажется, что музыка была еще. Ну, а теперь слушаем музыку. Пожалуйста. В этой музыке то, что слышал писатель и рассказал словами.
Помогла вам эта музыка лучше понять повесть? На какие-то мысли натолкнула? Ну, мне эта музыка показалась как-то... Я чувствовала прощение какое-то, освобождение, свободу, когда слушала эту музыку. Ну, Вера это тоже почувствовала. Тогда вы почувствовали то, что чувствует Вера и автор. Что-то новое открыли в произведении, либо нашли подтверждение своим мыслям. Мне, допустим, показалось по мелодии, как будто он идет по лестнице к ее сердечку. Так, очень важно. Запомните вот этот свой образ. Он очень сегодня важен. Ну, после того, как вы сказали, что эта музыка не то, что вы ожидали, мы должны сделать вывод, что писатель передает не реальную музыку, а свое ощущение, свое восприятие этой музыки. А это уже нереалистический метод изображения действительности. Какой же? Граница 19-20 века. На смену реализму приходит целый ряд других методов, объединенных общим названием модернизм. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, вот она музыка. Ряд эпитетов. Умиротворяющая, дисгармоничная, гармоничная, очищающая, возвышенная, сладостная, надрывная, трагическая. Что из этого перечня выбрали бы вы, чтобы охарактеризовать ту музыку, которую слышали? Очищающая и гармоничная. Возвышенная. Еще. Можно сказать, немного надрывная. Умиротворяющая. Но я вам хочу сказать, что вы увидели свое, я увидела свое, поэтому, опять-таки, поверьте мне пока, на слово, я увидела в этом нечто другое. Я увидела дисгармонию, я увидела в этом надрыв. В чьей жизни из героев гранатового браслета главных можно отнести этот же эпитет? Желткова, Веры. Дисгармоничная жизнь. Желтков, почему? Ну, у него такая жизнь, он ее очень сильно любил, и из-за этого у него жизнь особо не складывалась. А он ее любил. А я ему пока что все сказала. Он любил, и у него в жизни было все. Пока была Вера. Ну, вспоминайте, почему она на даче в Крыму, хотя любил ее? Кто она по статусу? Княгиня должна быть дача в Крыму. Почему она не